отлетает пятерочка. Уже минут 15. Ветер большой. Сложились. Стоят ни туда, ни сюда. Метров 150, наверное, где-то. Ни вверх, ни вниз. И борьба с ветром. Да. Молодежь. Выгнал с вольера, удочкой махнул, какие полетели, какие упали, не схотели, вот. Слабенькие еще. Угу. Питание скоро кончится, уже заморгало. Угу. Ну, немножко сниму, и тоже. Ага, уже все, питание кончается. Вчера вечером летали, да вчера и утром, и вечером. Тоже ветром. Черт, где снесло их, ну поприлетали. Пускай крылья набивает. Сегодня вообще пасмурно как-то, ага. Да, сегодня у нас среда, 1 июня, первый день лета. Июнь, 1 июня, да. Ну вот, будем гонять молодежь. Там на подходе еще есть. Вот они на месте стоят, ни вверх, ни вниз, так, да, метров 150-200 где-то. Да, а эти вон сидят. Лентяи, не схотели лететь. Ну, ничего. Там двое молоденьких еще, слабенькие. Близко дрожит все, чувствительность большая. Ну вот так нормально, да. Так, а где? Ой, их уже задрало.
Я думаю, день оно задирает их уже метров 300. Да. Копчики, зараза, вот это. 2 дня подряд гоняли. Ну, не взяли пока. Пока не взяли. Что дальше будет, посмотрим. Снесло их уже. Да. Значит, сегодня обещали дожди. Но пока нету, будем. Пускай полетает. Близко плохо, чувствительность, ага, трусится, надо треногу. Ладно, одно и то же, оно нудно. При посадке, не, уже сейчас выключится камера. Ладно, все, хватит.